греческая кухня. Посмотрите на мой здоровый цвет лица. Я уже второй день ем греческую кухню. Это нормальная средиземноморская еда. Потому что Греция, между прочим, это абсолютно четкий представитель средиземноморской кухни. Оливковое масло, хорошее вино, хорошие морепродукты, хорошие овощи. Это все вот такие вот ключевые моменты средиземноморской диеты. Поэтому модная сегодня диета. Поэтому слушайте внимательно, как готовится греческая еда. Сейчас будет блюдо потяжелее. Оно такое кондовое и сытное, но без него нельзя себе представить греческую кухню, потому что это мусака. Вы все слышали это слово «мусака». Есть варианты приготовления этого блюда, какие-то споры идут вокруг этого, но сегодня я все точки над «и» расставлю, потому что имею право, мировой повар – это повар, который расставляет все точки над «и» и снимает все противоречия вокруг национальной еды. Мусака – блюдо из баклажанов, мясного фарша и соуса бешамель. Это не греческий соус, но, тем не менее, это один из самых известных базовых соусов, которые работают классно во всех национальных кухнях, где его применяют. Это не просто блюдо. Это квинтэссенция средиземноморской кухни. Концепция итальянской лазаньи с французским соусом бешамель и с любимыми греками баклажанами вместо теста. Одним словом, мусака. Конечно, я прежде всего возьму вот эти вот чудные овощи, которые называются баклажаны. Баклажаны. Я возьму, ну, три мне хватит, я думаю, что. Значит, я возьму лук, я возьму чеснок, я возьму... Ну все, я больше ничего не буду брать, вроде бы как все есть, а потом разберемся. Вот они. Баклажаны. Я сейчас их уберу сразу те места, где крепится плодоножка. Я сейчас их помою. Я сейчас сделаю баклажаном такой душ-шарко. Надо их обязательно погладить, чтобы они такие были поглаженные баклажанчики. Все вот так вот. Баклажанчики. Я их сейчас нарежу. Вот так вот вдоль. Это блюдо запекаемое. Блюдо запекаемое. Вот такие длинные пласты. Это я сразу уберу. Вот так, видите? Достаточно грубо. Ну, больше, чем полсантиметра толщина пластов. Вот этот тоже я срежу сейчас немножко, чтобы открыть мякоть. И я пока их положу, но не сразу. Смотрите, что я сейчас сделаю. Я сейчас возьму баклажаны, выложу их вот так, чтобы они были открыты ко мне мякотью. Я их посолю. Так вообще мало кто работает с баклажанами. Это уже даже не греческий способ. Это мой авторский такой способ работы с баклажанами. Но он очень обоснован и имеет серьезную, так сказать, научную базу. Я вам расскажу, в чем дело. Я посолил баклажаны с обеих сторон. Посолю. С обеих сторон. Так вот. Есть. Теперь я баклажаны пока сложу в миску. Пусть они отдохнут здесь с солью. Я еще нарежу, потому что мне еще надо. Я возьму вот этот более длинный нож. Мне им будет удобнее нарезать баклажаны. То есть я, видите, солю баклажаны с обеих сторон. И вот так я работаю с баклажанами. Авторская методика. Ну, не я придумал, но люблю. Вот так нежно, нежно, нежно солю их. Сыплю соль на рану баклажанам. Что делать? Погладил и миску. Вот так. Все, баклажаны пока отдыхают. Не забудьте, как следует посолить баклажаны. Значит, лук.
Его надо почистить и как-то не крупно нарезать. Чеснок мне нужен. Я возьму, наверное, 2 зубца. Чеснок тут такой уж не дико важный ингредиент, но все-таки его следы должны здесь быть. Я сейчас сразу поставлю сковородку, потому что я хочу обжаривать овощи. Эти 2 штучки, лук и чеснок. Вот. Такую. Такая сковородка-сотейник, даже я сказал бы. Плита, конфорка, и плавно рукой я до максима и с расширением включаю сковородку. Оливковое масло, конечно, потому что Греция – это одна из стран, где прекрасное оливковое масло. Ну, всем это понятно. Вот, я не жалею масла. Теперь я нарежу лук. Способ нарезки не важен. Я обычно режу вот так, на 1/4 кольца. Мы никуда не торопимся. Спокойно нарезается лук. Можно не дожидаться, пока сковородка нагреется, ну, потому что никакого, собственно, смысла в этом нету. Все равно лук начнет шкварчать. Вот лук. Сейчас я рубану чеснок. Хороший молоденький чеснок. Работаем дальше. Вот, сейчас будет шкварчать. Мясо. Самое главное мясо в Греции – это баранина. Ну, потому что там любят это мясо, там эти животные, там бараны, овцы хорошо растут. Поэтому на севере именно баранина. Хотя мусаку можно готовить и из говядины, и даже смеси говядины и свинины. Но я сегодня буду оригинален. Я придерживаться буду классических канонов. Я сделаю из баранины. У меня есть баранина. Это кусок окорока. Я сейчас нарежу баранину на кусочки, потому что мне нужно превратить это мясо в фарш. Хорошее мясо. Хорошая, ароматная баранина. Вот, мне столько хватит баранинки. Вот как хорошо на оливковом масле жарится лук. Вот вы знаете, друзья, я сейчас вам одну умную мысль скажу, потому что только я имею право. Вот считается, что на оливковом масле жарить нельзя. На масле первого отжима жарить нельзя. Это отчасти так. Но в странах, где оливковое масло добывают, получают, Испания, Греция, Италия, ну, немного Франции, конечно, там на оливковом масле первого отжима все-таки жарят. Но, если большое но, не надо сильно масло нагревать. Когда его нагреваешь не сильно, когда не агрессивно жарятся продукты, на оливковом масле первого отжима жарить можно, что я сегодня и делаю. Видите тут как я? Да, у меня нагрев сейчас большой, но вот нет такого дыма большого и так далее. Вот я сейчас даже нагрев уменьшу, чтобы не было такой агрессии. А я пока вернусь к фаршу. Вот так. Эффективно делается фарш. Перед тем, как добавить фарш, я опять увеличу нагрев, потому что фарш холодный. Вот теперь фарш. Вот как красиво жарится мясо. Готовим мусаку. Баклажаны нарезаем пластинами и солим с обеих сторон. Чистим лук и чеснок и обжариваем на оливковом масле. Баранину измельчаем в мясорубке. Выкладываем фарш к луку и чесноку и продолжаем обжаривать все вместе. Сейчас я возьму сотейник, чтобы в нем приготовить классический бешамель.
сотейник. Начинаю нагревать и кладу туда шмат хорошего сливочного масла. И сейчас масло будет у меня плавиться. Я тем временем вот так вот перемешаю баранину. И теперь, посмотрите, это корица. Вот я сейчас эту палочку корицы сломаю пополам. Ну, так мне будет удобнее, лучше. И бросаю прямо на фарш. Палочка корицы даст мне вот тот такой очень греческий аромат, когда баранина смешивается с корицей, вот получается вкусно. Знаете, почему не порошок? Порошковая корица может быть использована, но с ней очень просто и легко переборщить. Поэтому для того, чтобы себя обезопасить, не переложить корицы в фарш, лучше палочку. Палочка поработает, она немного свой аромат отдаст, потом мы ее удалим, и будет здесь аромата корицы столько, сколько надо. Вот это важно понимать. Я сейчас могу даже посолить немного фарш. И пусть себе пока эта история тушится. Я беру муку. И сейчас я положу сюда муку, масло. Ну, если вам нужны цифры, то здесь может быть где-то порядка 100 граммов масла. Здесь может быть 3, считайте, столовые ложки муки. И где-то до литра молока, потому что именно молоко сейчас пойдет сюда, в эту кастрюлю. Вот пока, видите, греется масло с мукой. Получается вот такая вот приятная масса, светло-песочного цвета. Сейчас мука теряет свой аромат, такой характерный сырой аромат, и приобретает такой немножко ореховый аромат и вкус. И вот теперь я беру венчик. Я сейчас перемешаю. И вот смотрите, холодное молоко. Вот комнатная температура, вот в кувшине. Вот чуть меньше литра. Вот так. Может быть, литры есть. И обязательно начинаю мешать. Перемешивать. И я буду это делать практически постоянно, пока я не увижу, что мой соус загустел. Потому что, как вы понимаете, мука сейчас является загустителем для вот этого белого молочного соуса бешамель. Комков у меня не будет. Вот, ну, соль в бешамель. Посмотрите, фарш жарится. То он немного дал влаги, влага испарилась, и снова теперь все жарится. И вот теперь я сделал одну приятную процедуру. Я сейчас возьму красное вино. Это красное вино. И посмотрите-ка. Вот так. Спирт уходит, остаются ароматы вина. И они еще, вино выпаривается, и эти ароматы только усиливаются там, вот в блюде, в мясе. Вот, густеет, 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 густеет мой соус. Вот шикарно. Бешамель готов. Сейчас я его поставлю на тарелку, чтобы он не ставить в горячую кастрюлю. Молоко пока уберу. И плавным движением пальчика конфорка выключается. Для классического соуса бешамель в сотейник выкладываем сливочное масло и нагреваем его. Готовим соус. На 100 граммов сливочного масла 3 столовые ложки муки и около литра молока. Когда масло прогреется с мукой и приобретет слегка коричневый цвет, добавляем холодное молоко, нагреваем, перемешиваем венчиком, пока соус не загустеет. Добавляем немного соли. Сейчас вино еще чуть-чуть испарится, и я добавлю туда и томатное пюре, и немного томата, чтобы усилить концентрацию помидорных продуктов. Вот это таки фарш будет нормальный, вкусный. Ну что ж, я все-таки решил, что я сделаю версию мусаки с двумя овощами. Будете смеяться, картошка. Я ее, конечно, сполосну, хотя она чистая. И я сразу начну с ней работать. Я сейчас возьму сковородку.
поставлю ее вот так на большую. Я хотя бы сейчас поменяю. Я сейчас поставлю сковородку вот сюда, а эту уже нагретую поставлю на небольшую конфорку. Ей будет достаточно. Оливковое масло. Теперь пошла подготовка овощей. Значит, я сейчас чищу картошку. Может быть, мне этой большой картофели на одной и хватит. Посмотрим. Я порой картошку не чищу даже для мусаки. Но сейчас почищу. Картошка вымытая, собственно, когда ее можно и не чистить. Кожура полезна. Там много минеральных веществ, нужных нам. Ну вот. Смотрите, что я сейчас сделаю. Я сейчас картошку нарезаю не толстыми ломтиками. И как раз, я думаю, что мне хватит этой картошки, да. Я ее, естественно, обжарю. Обжаренные продукты всегда вкуснее, чем необжаренные. Сейчас я добавлю немножко еще масла в сковородку все-таки, чтобы масло хорошо контактировало с картошкой. А вот сюда уже, к баранине, я добавляю, смотрите-ка, томатное пюре. И чтобы усилить немножко цвет и присутствие томатов, томатную пасту. Вот теперь она тушится уже. Теперь начинка тушится. Вот, сейчас маслица уже нагрета. Я кладу картошечку. Вот так она будет аккуратненько у меня сейчас красивенько обжариваться. Вот такая картошечка у меня будет. Вот процессы идут, так сказать, параллельно у меня. Ну что ж, мусака – это… Знаете, на что похоже мусака, чтобы вам было понятно? Те, кто знает, что такое лазанья, поймут, что мусака – это лазанья. Лазанья – это итальянское блюдо, только там нет теста. В мусаке нет теста. Здесь как бы слои теста – это слои баклажанов и картошки. Вот здесь в чем, так сказать, заключается сермяжная правда на самом деле. Уберу нагрев немножко под фаршем. Я беру форму поэтому, потому что всякие запеканки, они делаются в форме. Вот сегодня у меня будет вот такая стеклянная форма. Это красиво, потому что здесь будут видны слои. Здесь можно будет через сбоку посмотреть, как организована мусака. У меня сейчас удобно будет вилочкой картошечку перевернуть. Ну вот видно, что она уже немножко золотится. Я не буду добиваться сильной корочки. Картошка может оставаться чуть сыринкой, потому что она доготовится в процессе запекания лазаньи. Вот какая хорошенькая у меня картошечка. А вот у меня какой хорошенький фарш. Теперь даже могу фарш немного под крышкой. Пусть томится. Добавлять или не добавлять картофель в мусаку? Кулинары отвечают по вкусу. Современные версии блюда это позволяют. Я сейчас выложу картошку. Я ей закрываю дно. Вот так, немного внахлёст. Немножко с наездом, вот с таким. Вот она, картошечка греческая. И я сейчас еще партию картошки. Это как загорела, хорошая картошечка получилась. Вот эта, вот какая. Сейчас уже всю подберем картошку. А пока баклажаны. Смотрите, что сейчас будет. Сейчас будет забавно. Я сейчас беру салфетку, кладу ее вот так на доску, беру какое-то количество нарезанных баклажанов.
Ну вот, мне пока этого хватит. Снова беру салфетку. Баклажаны, они посолены. Они какое-то время полежали. И теперь я просто-напросто, конечно же, вот так своей массой, руками буду переносить центр тяжести так, чтобы у меня давление шло через руки на баклажаны. Посмотрите, как проявляется, потому что это сок сейчас выходит из баклажанов. Вот это моя цель. Немного убрать из баклажанов сок. Тогда они при жарке, а я буду их жарить, как картошку, не так будут в себя впитывать масло и просто-напросто будут вкуснее. Вот, видите, какие следы от баклажанов остались. Я переворачиваю картошку. Вот такая картошечка. Это загорелая совсем получилась. Красивая-красивая. Уже так ее хочется съесть, между прочим. Загорелая картошка. Здесь фарш. Я кладу, добавляю картошку. Эту картошку я пока переложу в мисочку. И потом еще какой-нибудь слой такой, положу ее между слоями где-нибудь. Видите, пока вот я закрыл хорошенечко дно. Теперь немного масла. Еще. И я жарю то, что я сказал. Вот отжатые баклажаны. Баклажаны большие, поэтому, конечно, я смогу, видите, не более 3 кусков одновременно жарить. Посмотрите, как потихонечку у меня тушится мясо, бараний фарш. Поработала уже корица. Сейчас я ее раскопаю. Вот. Один фрагмент палочки корицы. Я выбрасываю корицу. Она все, уже больше не нужна. И вот я вижу вторая палочка корицы. Я могу, собственно говоря, выключать бараний фарш, вино, томат. Очень хорошо. А вот посмотрите, как шикарно жарятся отжатые баклажаны. Вот так вот. Пусть жарятся дальше. Теперь я сейчас возьму немножко бешамеля и закрою им картоху. Не закрою, а так вот смажу. Мне нужно увлажнение здесь некоторое. Вот так. Теперь положу немного фарша. Пока суд доделал. Я его, естественно, сейчас разровняю. Разровняю. Теперь я беру, смотрите, что. Я беру плавящийся сыр. Это может быть эмменталь, это может быть моцарелла, это может быть сулугуни. Сыр, который хорошо плавится. И чуть-чуть пройдусь. Вот так. Очень гуманно. Вот так. Пока все верну на место. И, собственно, теперь посмотрите на эти баклажаны, а? Это не баклажаны, это сказка какая-то. Это счастье, а не баклажаны. И вот теперь обжаренный баклажан. Я немного тоже могу его сейчас промокнуть от масла. Вот на этой же бумаге. Пока я положу вот этот баклажан отжатый, пусть он жарится один. Вот сейчас я их промокнул от масла. И теперь я укладываю баклажаны сюда. Один. Вот так. Видите, с нахлёстом. Второй. Опять с наездом, с нахлёстом. Третий. Теперь я меняю бумагу и снова произвожу прессование баклажанов. Это крайне важный процесс для меня. Опять
прессану. Вот с них уже прямо жидкость, вон видна на дне, прямо жидкость уже. Сок уже потек. Из баклажанов. А я себе потихонечку собираю свою любимую мусак. Очень люблю это блюдо. Вот так. Вот это вот характерное движение. Это, можно сказать, танец сиртаки на баклажанах. Только руками танцуешь. Вот так. Требуется, видите, какие-то даже усилия предпринимать. Хорошая кухня, она всегда требует усилия. Она требует напрягаться. Зато приятен результат всегда. Естественно, я баклажаны при жарке не солю, потому что они соленые. Вот какой красавчик загорелый, видите? У меня здесь есть. Вот так мы собираем потихонечку нашу историю всю. Этот баклажанчик готов. И опять же его немного обсушу от масла. И положу его уже вот так. Ну, это будет разумно, согласитесь со мной. Теперь опять. Я положу сейчас еще один кусочек, чтобы не терять время. Ломтик вот здесь баклажана. Опять бешамелем чуть-чуть, смотрите-ка. Раз. Поглажу баклажаны бешамелем. Бешамель дает сочность. Такую. Вот я глажу. Видите, очень важный соус бешамель в данном случае. Вот так я сейчас намазюкал бешамель. И теперь опять мясо. Готовим мусаку. Фарш солим. Добавляем палочку корицы. Чуть позже сухое красное вино, томатное пюре и томатную пасту. И тушим все вместе. На оливковом масле обжариваем ломтики картофеля. Баклажаны отжимаем и также обжариваем на оливковом масле с двух сторон. Выкладываем в емкость для запекания слои мусаки. Сначала идет картофель. Смазываем его соусом бешамель. Затем выкладываем фарш. Сверху немного сыра. Затем слой обжаренных баклажанов. Затем снова соус бешамель, фарш, сыр. И так повторяем столько раз, сколько необходимо. Вот теперь финальный слой бешамеля. Он будет защищать мусаку. Вот уже побольше, потому что это защитный слой. И мы отправляемся в духовку, чтобы бешамель стал таким подпеченным, с такими подпалинами даже. И все, теперь я отправлю ее в духовку. Ну, полчаса точно будет стоять. Мусака отправляется в духовку, разогретую до 180-200 градусов на 30 минут. Проверяю мусаку. Я вижу, что она уже готова в той мере, в которой надо, чтобы она была готова. Вот так я закрою духовку. Но это еще не все. Вот какая хорошая у нее получилась корочка. Теперь немножко пармезана наверх. Это такой маленький тач. И снова в духовку. Сейчас пармезан оплавится. И всем будет хорошо. Это так немножко для вкуса. Пармезан это не греческий продукт, конечно, но так надо. Вот все, назад в духовку. Главное ровненько нести, чтобы она не у меня не прыгнула никуда.
Все, ждем буквально минуту. Ну вот, я думаю, что уже прошло время. Буквально оплавить только сыр надо было. Все, пармезан оплавился. Вот такая сеточка получилась. Собственно, все готово. Посмотрите на это. Вот, красивые слои, горячо. Сейчас я поставлю это блюдо вот сюда. Вот так. Посмотрите на эту стеклянную форму, друзья. Это мусака. Она сделана из баклажанов, из бараньего фарша. В общем, вы все видели, вы все теперь знаете, потому что у вас есть мировой повар, который для вас изучает кухни на месте, а потом до конца сполна отдает свои последние знания вам, дорогие друзья. Сегодня я дал свои последние знания, которые посвящены греческому блюду мусака.